Правильно я понимаю? Короче, гнев на Мишку, Лучезар на Ага, гнев ДК, на мишку. а пламя на Вара. Ну, пламя это у тебя будет потом и на мишку, и на вора, я понял. Такс. Блин, ну сетап просто жесть, честно скажу. Я, блин, даже не знаю. Тому надо. Сейчас я Ну, я начну. могу зайти за ДК танка, если надо. Слава. Ну, допустим, на гневу, да, я тоже могу идти на танк. Мне паладину нужен. Ну, я Молчезар АДКшником танчить буду. Там один танк. Да, я могу вообще уступить место кому-то, Дим, если что. У меня шкара такое. Я бы пошел бы еще в магазин. Ну Ну, смотри, смотри, короче, Зоу, сам. смотри Смотри сетапы. сам. Ну, типа, если что, я могу дать место кому-то, если там надо. Мне все равно с карой ничего. Мне чисто погибель и все. Но погибели сегодня, наверное, не будет. Я так думаю, потому что у меня времени ограничено просто. Тоже. Что, сейчас на гнев идем, да? Нет, сейчас тень Арана надо убить, Аран не убитый, потом гнев, потом идет молчаза. А портала нету в библиотеку, да? Нету, нету, надо бежать. Кого еще там сумму? Так, Зоил, ты говоришь, можешь уступить, да? Да. Давай Можешь еще одну? вот так, давай вот так, вот так. А кто у нас еще? Миша Про есть, да? Миша Про, тебе кто нужен? В Дискорд все. А Чопса, чё кикнули? Он Чопс был первый. Я никого не Одним из кикал. первых. Но смотри, с Чопсом надо куда-то его. А чё, Чопс у нас опять в гильде, да? Интересно. А он не был? Да, он левал Санвелла. А, да, ну кикай нахер. Такс. Ой, ну зад, тебе кто нужен? Так, войну зад у тебя хил. Какая разница? Ой, ну зад у меня хил. Можно играть танками так. У тебя валмент в танка, а два друида будут хилы. Здесь на рану на два танка. Нет, на рано один, по-моему. Два танка надо будет Молчезар и Аране погибель. два танка на Молчезаре. Один танк можно на А погибель. на ране что? Я не помню. Меняется тоже? Там надо стаки. Ну, там Тоже по два три танка. стака или по собирать, скидывать. Так, Гера есть. Чупс есть. Бля, я не знаю, кому что надо. Миша, про тебе кто нужен? В Дискорде нет? Приходите завтра все на за Так. утром. Утром. Завтра, ну, 2 часа дня будет за. Так ты Димон, ты поставь будешь? календарь, РТ. Не знаю, мне Я завтра на поставил РТ. законченную медкомиссию идти. Ну, РТ Естественно, стоит на задержался. 2 часа дня по серверу. Главное, чтобы я не провтыкал, как сегодня. А сегодня что получается? Два должно было тоже быть, вот эта кара. Да, вот два Да, часа, на но комиссии был. я вообще То есть я втыканул с тут получил. временем. Я в 2 часа по Киеву я приехал, а тут уже было 3. Из-за Ага, этого. Миша Про только погибли. Ага. Тут, короче, мобы. Вот эти, моноеды. Я, блин, не открыл группу пати, чтобы смотреть, что пишется. Можно будет погибель завтра попробовать.
Да можно завтра. Если да. Вы пройдете. Этот босс займет 10 минут времени, даже меньше. Ну, завтра главное приходите на часик. Бля, а что у нас вот. Лука нет? Да, ладно, хорошо, Дим, я, короче, ушел, потом, да, если давай, шо, я там, на, или набирай мне на мобилу, если я нужен буду, я постараюсь быстрее. Да. Так, есть у кого-то надо. С собой квест на Молчезара, поделитесь, я его забыл. Он не делится. Ну ладно, потом, если шо. Портись, а берешь квест. Ну как дойдем. А кто тебя само не убьет? Или ты хочешь, чтобы убили босса? Только шашки будем проходить, а он пойдет там. Шашек нету. Нет тут шашек? Так. Миша. И чопсу, да, надо? Блин, ну я не знаю, мне 2ДК не надо. Честно говоря, дойти. Чопс, посиди пока на замене, я посмотрю, что будем на Молчезаре менять состав, нет? Убивайте, пока там воет, говорим, пусть трешак чистят до гнева. Ой, до гнева, до тени Алара или как мага, короче. Чуть Т5 на Мишку. Турбо, ты в курсе, как на боссе, что делать вообще? Алло, раз-два, прием, слышно, нет? Походу, Турбо не в курсе, да? Карочка, чё нафига? Идём.
Да, неприятно, что трэш резкий. Раз-раз. Есть кто-то? Сейчас слышно, да. Ты да в курсе, меня... как на этом... Короче, тени Арана как бить? Тени Арана? Ну, нет. Мага надо вот этого еще убивать. Ну, я понял. Ну, просто знаешь, что... Пиццы. Ну, я имею в виду... Таундить, если в голыбу скину. Не знаю, кажется, просто... Там... По 4 дебафа, короче, он вот эти чародейские стрелы пускает, по-моему, 3 или 4 дебафа, танки должны меняться. Да, ага. Больше можно, там, 6-8 так. Ну, то есть, одно за это... Один поток выстрелов этих держишь, и другой забирает. Ну, там так? Не поток, там, получается, с одного потока один дебаф вешается. А, только один? Ну, 4, значит. Это же потоковые просто заклинания, сколько там, ну, не каждый удар стрелой, этот дебаф появляется, правильно? А только за все 4? Да, или да. Или как? Да, один дебаф за, ну, все. Ладно, 4. Это мелочь, разберем. Император, вот это раскладка, просто жесть. У меня знакомый есть. У него, короче, основные клавиши, которым играет он, это Йо, Джей и буква Т английская. Как он нажимает эти кнопки, я не представляю просто. Это типа для, как для него 1, 2, 3, 4. А ты говоришь про плохую раскладку. Что это все хорошее. Я даже видел, как он играет. Ну, дома у него сидел. Он, наверное, в StarCraft много играл. Ага. Да, да. Только не в StarCraft, а в что-то другое. Ну, именно в стратегию, да. И у него, вот как у обычного человека, ну, ты клавиши по умолчанию ложишь, ну, руку на QVE вот туда. Короче, в эту сторону. А у него она посередине, короче, рука посередине клавиатуры. Ну, это на самом-то деле удобно. Бинтить, да. Можешь там нереально. Ну, удобно, удобно, но... К этому надо привыкать, ко всему. Не идите вверх сюда, идите вниз. Сейчас что, вот буквально танк или кто? 20. Вы ну, два танка. Поставь, стоп. Войт и Валман будут два танка, ты ДД. Сейчас. Показать индикатор врагов, Ты там защита от магии льда поставишь и... Катя. Так, что у меня?
Ассист есть, отлично. Смотрите, вот это будет босс. Войд, стоишь вот здесь, где я прыгаю. Здесь, Волман, ты стоишь. Покажи. Вот я прыгаю. Войд, встань, пожалуйста, чтобы он видел. Гарема, отходи отсюда. Гарема, стоишь вот здесь, где я прыгаю. Здесь будешь стоять, Утя, ты. Сюда, Миша Про. Становись. Запоминайте, как вы стоите. Это обязательно. РДД будут стоять между двумя. То есть примерно на вот таком расстоянии рассредоточились. Сами выбирайте себе позиции любые. Вот здесь можете стоять. Так же самое, какой Нузад стал. Правильно стал. Вот здесь между двумя между двумя игроками становитесь. Косты. Обморожение. Косты сбиваем все, у кого есть. Соответственно, у нас есть Котлас, у нас есть Миша Про, есть я. Которые будем сбивать косты. У тебя так же самое. Сбиваешь косты, да. Обморожение. Армс не сбивает. Ладно, тогда Армс не сбивает. Нас трое на сбитие костов. Обморожение. Если каст обморожения не сбивается, значит этого человека будет брать в глыбу. То есть его возьмет и заморозит. Такая глыба, когда маг прожимает. Вы все ее видели. Чтобы разморозить эту глыбу, надо в кого босс кастует инфернальную стрелу. То есть выбирает цель, например, меня. Я должен подбежать до конца каста этого. Просто вот так вот к той цели, которая заморожена. И получается, АОЕ дамагом ее разморозит. Это насчет таких, которые обилки у босса по кастам. Сейчас есть также венец пламени, все вы знаете, что делать на нем. Есть призыв фамильяров. Сейчас я метки расставлю. Фамильяры появляются вот в этих метках. То есть будем играть первые трусы, которые слева, фамильяр. Второй будет это луна. И третий, соответственно, квадратик. То есть также их заливаем. И помимо этого, третий каст у босса. У него, сейчас я вам скажу, как называется. Зима. Да, бесконечная зима. На бесконечной зиме надо продолжать сбивать косты босса обморожения, соответственно. И также сам вот берете, прыгайте, просто вот так вот прыгайте, не стоите на месте. Получается, земля, она как, ну, назовем ее так, холодом покрывается, да, вот пол под вами, и вам наносится дамаг. Если вы вот так постоянно прыгаете, получается, вы можете не получить дамага от этого. То есть вот так вот постоянно прыгаем, прыгаем, прыгаем. Это когда... Какие дефы кто отдает на зиму первую? Ну, тут только один дефт у нас от волны. Так. Не, есть еще тема такая, паладин дает боб кого-нибудь, например, в ШП или там в приста, и он кастует там гимн на ХП или спокойно хилит. Вообще, по сути, на хилов закидывают, они могут стоять спокойно и прохиливать рейд. Да, я могу на хила кинуть боб, а сам на себя могу где-то диван дать и нормально захилить. Вот если вы так сделаете, хорошо, давай, Гарема, ты будешь на Ойну зад кидать, а Олман ты кинешь на карочку, это если зима будет. В принципе, вся тактика босса. Больше ничего такого так, еще раз, пожалуйста, про обморожение. То есть, когда там есть... Босс, значит, короче, смотрите, у босса в данный момент, как вы видите, 0 маны, да? Каждый каст, который он проходит у него, то есть, который не сбивается, он восстанавливает 10% маны своей. Когда 100%, это, получается, ультим какой-то будет. Это, ну, там, обморожение, или там венец, или какое-то говно он кастовать. Сбиваются косты только... обморожение. Их идет, если два каста подряд, ну, второе обморожение не сбивается, значит, того цель возьмет в глыбу. Чтобы разбить эту глыбу, помимо обморожения, босс еще кастует инфернальную стрелу. С этой инфернальной стрелой просто вот если заморозило, вот, например, прист лайта, да, заморозило, в меня выбрал босс инфернальную стрелу, я вот должен за 2 секунды подбежать до этого человека, которого заморозил. Он дает в меня инфернальную стрелу, она немножко бьет АОЕ, и она размораживает прислайт, и все. Так, на Легионе то же самое будет.
Ребят, а чем вам Боб поможет? Помедление работает. Боб дает невосприимчивость к этой зиме, то есть ты можешь спокойно стоять, но тебе настакаться не будет. Ты уверен? Магия на... Да, так работает именно на этом боссе. Это баг или что-то еще. Если работает, это хорошо. Давайте заходим. Главное, запомните, как где кто стоит. Пошлите. А сапроты надо, не? Нет, ничего. Да, это данж проходится без сапротов. А что там, эвейдится или что? Да, эвейдится. Сейчас я совырю. У кого каст П там совыди кто-нибудь? Есть пэта у нас или нет? Здравствуйте. Привет. Все, отойди, отойди, я совырю. Отойди. Давай я. Заходим. Сразу установитесь, как я вас поставил. Валман, сюда встань. Вот, тут сюда. Все отлично. Так и стоите. РДД чуть дальше стали. Ну, по сути, вот так вот, он слева от меня был. Вот так я должен стоять. Все, давайте так, какая разница. Теперь вот так. РНЖ между собой можете сильно не набирать милики. Главное РДД РНЖ. Хоть как, блин. Муж, Виша про. Инфернальную стрелу надо занести. Мишу про разморозит. Или он кошпа. Кого Котласа замражит? Подбегай, Войд, к нему. Кому? Утя подбежал. Отлично, отходите. Все, все по местам, бьем дальше. Блять, нихуя. Чем проблема? Это во мне проблема. Нет, тут по сути танком вроде суппорт надо. Не надо. Либо нет, это я, блин, я не увидел количество стаков. Бесконечная зима, сейчас бобы даете на хилов, остальные прыгают. Я на корочку дал. Приста замораживает прохил. Бейте. Пока не акли, два стак. Три. Все, забери его это. Сейчас. Нет, 400. Сейчас подниму это. Я сейчас сдохну сейчас, у меня ревность не работает. Призыв фамильяров, готовимся. Подниму приставку. Угу. Надо играем сперва, давайте. Быстрее. Захил сразу приста. Быстрее лейте. РДД можете в следующего. Ой, это ты что стоишь? Помогай нам. Пошли бить. Все бьют, Войд тоже бьет, а чё? Стоит, ебать, смотрит. Я хули думаю, блядь, чтобы потом не возвращаться. Танки на исходную установитесь. О, видишь? Евреи. Я запомню, что ты с левого плеча был, вот ты встаю так. Давай тогда вот так. Таунтите. Обморожение на Мише Про. Войд, разморозь, к нему подбеги. Блядь, где он? Хорош. Все. Ты сейчас танчишь? Да. Не что надо. Говорите я... с Памесом. Войда заморозит. Прожимаюсь, четвертый стак. Нужно забрать после разморот сразу. А кто меня разморозит? Начали. Ну, хильте Волмана. Никто пока. Ой, ну зад разморозил. Нет. Понятно. Следующий смог. У меня пиздец, как, ребят. Немец пламени, Войд сдох.
Войд сдох. Нет. Почему я сдох? Я не сдох еще. Карочка сейчас... заморожена. Сейчас заберу. Ревн. Горели. Все. Ну, гимна вот. ХП можно есть. Дать, я думаю, блять. Плюс ты. Возложение, да? Я у этого нуба Геры не вижу. Вот, блять, рейд просаживается, вы 5 престов стоите, гимна ХП не можете дать. Вы пиздец. Наполовина рейда, короче, заморожена, а люди не могут понять, что размораживает. Карочка, подбеги к престу. Так хули уже. Далеко стоит. Поздно, надо когда каст идет, да? Не, все, вайп. Да хули вайп, бейте нахуй. В следующий раз Долоран становитесь вот так, да, вот когда на вас получится? Ведет инфернальная стрела, когда на вас кастуется, вот в Долоране стойте. Пойдем завыйдем, пока есть возможность. Не выйдется. Тогда там... Заебись. Подходим все сюда к двери, я буду вас ресать. А нахуя они так далеко стояли? А? Ну я не знаю. Я сказал, между двумя недалеко. Встали куда-то книжка. Сука, это ой, ну зад виноват, нуба кусок. Ну, подальше от миликов, но ну, не в самый, я не знаю. В следующий раз Долоран катуйся, бля. Боб половину заду, пусть он в Долоран. Какая именно? Ну короче, да что ты не увидел такую хуйню под ногами, такая огненная земля в радиусе небольшом вокруг там тебя. Короче, оно обычно сбивается, а есть, которое не сбивается обморожение. И короче, человек, в которого кастует огненную инфернальное говно, тот должен подойти к тому, кто заморожен в этой глыбе, и тогда этот человек, который в глыбе, он разморозится. Правильно? Да, да. У вас 2 секунды, чтобы подбежать. Это я не знаю, можно в Долоран портануться успеть. Вот, вот поэтому нужно стоять недалеко, в 5 метрах там. Но главное, знаешь, не стоять на одной линии. Знаешь, в чем прикол? Я забыл тотемы поставить тут, короче. Да, это похуй. Главное, я Гиру еле нашел у него. Если будете стоять в одной линии, то все заморозятся просто. Да, да, вот как я вас поставил, друг от друга милики держат ренджу немного. Я, блин, про Котласа забыл, конечно. Но я смотрю, все исправились, стали так нормально. А РДД должны буквально метров 5 от миликов становиться, а не 15. Не надо на 15 метров, а метров 5-6. Понять, что такое 5-6 метров? Когда у вас будет кастоваться инфернальная стрела, вы увидите вокруг себя такой красный круг. Вот надо, чтобы красный круг этот не задевал милик. Вот и на таком рендже на минимальном стоять, чтобы он не задевал, и как раз недалеко в Долоране вы там находили. Может, тут лучше вместо сосредоточения поставить ауру от огня? Может, кто-то каски даст? Были же каски. Сейчас я тотемы поставлю, блин, я про это все позабывал. Эвейдю. Севейдю, зашли. Становитесь. Ну вот, отлично сейчас стоим. РДД вообще супер. Сбивайте обморожение, кого заморозилось, инфернальное размораживание. Я с чаржа начну. Танки сами по стакам смотрите, я не могу следить за вами. Тем более у меня тут половина не настроена ничего. Меняйтесь. Сбили. Если не сбивается, Миша про заморожен.
Ой, ну зад к нему под... Венец пламени, не двигаемся. Косты так же само сбиваем. Как с меня спадет, так забиваем. У тебя заморожен. Ой, ну зад подбежал. Так, призыв фамильяров, готовимся. Какого первого будете? Быстрее, левый первый. РДД следующего. Когда у третьего где-то процентов 50 будет, танки на изготовку. Щиты сейчас хорошо всех больно пробивать будет. Может, сразу дозальем там 40%. Все, давайте, давайте, давайте танки на изготовку. Войд заморожен. Приз разморажи. Хорош. Все, отбегай. Чего у тебя? Скинется, заберу, короче. 80. Да, стак. Да, забирай. Миша заморожен. Гарема, разморажи его. Сейчас опять будет пуль. Венец пламени, не двигаемся. Косты сбиваем. Карочка заморожена. Гарема, разморозь. Вот. Нет, нет. Добиваем все. Слышишь? Изи. Посмотри, как отличается ДПС император, то что да это я. Ну да. 10к это просто смешно. Я не знаю тут ротации вообще. Ты 5 не используешь вообще. Я один раз его использовал как-то. О, думаю, это колено. Бинды, понял, стоят же. Тапоньки. Непонятно. Тапоньки. Забирайте. Тапки там. Тапоньки надо кому-то. Не на ирдру, у меня там 245. Так, вот, короче. Хорош. Теперь я буду. Будет заходи на ДК, тебе же ДК нужен сейчас или кто? Кто сейчас будет? Гнев. Гнев, Мишки. Моба заберите. Гнев, Мишки. А после Молчазара что, другие еще квесты есть на коража? Да. Конечно. Грул маги герб, потом опять. А, после Молчазара гнев пустоты, после гнева пустоты магик, потом груль, потом погибель. Ну короче, видно, погибель-то я варом пойду. Ну сегодня погибель мы, наверное, не пойдем. Я да, думаю, на завтра может. Ты что, ты охваешься? Ну, я на день рождения сейчас туда-сюда скоро убегаю. Я же говорил, что сегодня без завтра меня будет. Убьем, да? Я думаю, да, если я завтра освобожусь вовремя. Я ни разу не был на погибели. Я хочу оперу убить. Говорят, типа, самый интересный босс, который я не вообще убивал в втором комплекте. Может, сегодня Зуламан ходим? Тринька нужна как. Заберешь ты со своим приоритетом треньку, я ж тебе говорил, тебе только пугов собирать, да и все.
ты не поймешь, наверное. Так она скажу. Кому нужна-то? Там уже она... Мне декана нужна, она Войду нужна. Войду же нормальный тренер будет. Ну, он хочет себе голову, она лучше, чем Воля. А лучше Воля? Да. Воля сколько дает всего атаки? По-моему, больше, чем даже Чешка. А вы Золоман на сундуке или вам чисто квест закрыт? На сундуке бы хотелось. У Воли просто, по-моему, этот разный есть, прок. Есть а у башки всегда носил атаки. Так же Воля ведь? Хосту или силу хоста или ловкость. То есть все зависит на ком персонаже. Хоста, сила, крит. Ну а там сила атаки, по-моему, да? В башке. Крит разве дает, да? Да, да. Вообще жив. Ну да, башка получается, она попрофитнее будет немного. Там просто 100%, ну... что сила атаки прок. Угу. Фурику, конечно, да, сила получше будет. Прок с Воли получше будет Фурику. Ну когда мастер... три раза подряд прокает хоста, и ну, такой да, думаешь. Не, ну и хоста, если ты 5 собираешь, тебе хоста лучше будет. Воля героическая лучше будет. Так, у нас два танка, я тогда придумал, как два танка сейчас будем убивать. Пошли в кучу. Магов нет? Там диспелится эта шляпа надо. Нет, здесь ничего не надо. Наносимый урон увеличен на 8, 16. Да, я бы с этим бафом бы подамажил на 100% урон. Твой да не надо диспелить. Ни с кого, да? Да там с моба надо. Да, магию разве его? О, аметистовая ока. Кольцо себе возьмут. Такс. Войд, давай ты будешь первый начинать танчить. Соответственно, вот здесь будешь вот так держать босса. Босс кливает, так что смотрите, от клива не умирайте. Ой, ну зад. Я где прыгаю, становишься здесь. Гарема, давай сюда становишься. Путь, остановись вот сюда, где я прыгаю. Валман, давай вот сюда остановись. Карочка, сюда. Кто у нас остается еще? Прислайд, становись вот сюда. Войд, у тебя как с агро вообще? Заебись. Заебись, да. Миша Про, давай. Вот сюда встань. Будешь кидать на пулы на Войда. Войд, даже разворачивай босса, знаешь, может чуть-чуть вот сюда, чтобы он Мишу не убил. То есть он кливает, перед собой дыхание дает. Как Синдра. Миша, ты будешь давать на пулы. Котлас, пошли. Там что-то дыхание какое-то жесткое, мне стакается. Да-да-да, сейчас будете в два танка вот это скидывать. Ты сюда, я буду здесь стоять. Так, смотрите по тактике. У босса две фазы, вот светлая и темная, да, вот сейчас он в светлой форме. В этой форме он подбегает к танку, там где вот этот труба, это подзорная, я не знаю, что это за говно. Появляется такой портал, с этого портала, да, стробоскоп. Телескоп. Фильмоскоп. Короче, с этого портала в троих рандомных людей будут такие лучи. На ком будут лучи, делают шаг вперед. Каждые 2 секунды под вами будет разливаться лужа, как в РСке на Халеоне. Лужа разлилась, вышли опять вперед. Потому что в этой луже, вот если вы будете постоянно стоять-стоять, она там дамажит, по-моему, по 3-4к. Если вы 2 лужи разольете, соответственно, в 2 раза будет больше дамаг. Будете вот так вот разливать, соответственно, идти вперед. Но
с этими лучами ни в коем разе не пересекаться. То есть никто из игроков не должен вот так вот перед лучами пробегать. Когда выберет цели кто с лучами, все остальные идут сзаду этих персонажей, то есть обходим вот так и идем бить босса. Смотрите, вы с этими лучами можете, вот если три рядом луча будет, вот, например, на Уте, на Волмане и на Карочке три луча. Волман, ты будешь идти вперед, Карочка, ты можешь налево пойти вот сюда, куда угодно, например. Так же само Утя, ты можешь идти вперед, 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 потом направо. Почему сразу направо и не идти? Потому что здесь будут бить босса. Соответственно, чтобы ты этой лужей не залил никого. И так же само на этот луч никто не попался. Такс, такс, такс. Волман и Гарема, смотрите, для вас будет такое. Если лучи будут на хилах, то есть Ойнузат и Карочка, кидайте по ним бобы свои. Луч исчезает. Так же самое, если Кош прожимает рога, на него луч не действует. Маги могут глыбой скинуть, за остальных, я не знаю. По-моему, на ДКшника все идет, зеленкой не скидывается. То есть, а баблу можно скинуть? Чего еще раз? Баблом скинуть. Ну, бабл, да, паладины сами баблом можете скидывать. И, соответственно, скидывайте с хилов. Камень возвращения в Даларан скидывает луч. Если, допустим, на мне луч, то я нажимаю бабу, и все, мне не нужно бежать там вперед, лужу раскидывает. Войд, смотри, здесь говоришь дыхание, да? Дыхание наносит урон от темной магии на 200% в течение 10 секунд. Короче, Войд, на второе дыхание, когда будет, в первый раз он тебя там вдохнет, да, там 30к в тебя влетит. На второе дыхание смотришь по косту, даешь свою дубовую кожу, да? Дал. После этого, после второго дыхания, Валмен, подходишь, таунтишь босса на себя. Соответственно, и будешь держать его ты так же само. Там он на тебя раз дышит, после этого, если я не ошибаюсь, будет перифаза. То есть примерно вот в этом месте появляется портал. Он там, я не помню, вот у него такой радиус у этого портала, назовем его так вот, небольшой такой. Ты должен будешь в этот круг зайти и получить дебаф. Это будет твоя задача. Так же само, когда будет перифаза, вот ты становишься опять вот сюда, Валман, ты стоишь так же само. Ты, вот забираешь босса на себя, Валман, идешь на назначенное место, где я тебя поставил. По идее, вы умереть не должны будете. Да, главное, как понять, что он дыхание произвел? Там дебаф повесит в воде? У тебя же ДБМ стоит? Стоит. Этот Санглавский. Ну, он показывает, сейчас посмотрим. Ты увидишь, на тебе дебаф вот этот висит на 200% от тайной магии, ты получаешь дамаг. Чё, давайте отпиздим этого пидора. Да, сейчас будем бить. Главное не пересекаться с лучами, если... На вас будет луч, делайте шаг вперед, разлили лужу, шаг вперед, разлили лужу, шаг вперед. И так действуйте до конца, пока на вас этот луч висит. Запоминаем, где кто стоит, чтобы не было путанины. Ну, я хочу уже отпиздить этого пидора. Все. Готовность. Поехали, Миша, сразу на полу даешь и становишься на место. Давай, вот. Что, бить-то можно? РДД могут бить. Милики стоят, ждут луча. Врата пустоты. На ком луч, шаг вперед. Выходи, Миша, давай, уходи. От рейда уходи, лужу разлил, плохо. Остальные могут бить, не стоит. Выбирайте то место, где бить. Угу. Типа вот сейчас. Главное, да, не стоять лужи. О чем мне уходить, да? Ты стоишь. Ну, чтобы дыхание не получить. Надо было два каста. Войд, забери пока мисс. Теперь два дыхания пускай, ты должен получить. Пускай скинется. Он сдохнет. Да не сдохнет. А, или пошел. Да, или меняйтесь. Давай еще второе БЗ отдашь, и я пройду. Ну тогда тебе придется самому дебаф. Когда перифаза, беги все в центр. Конечно, туда. Нормально. Это только одно дыхание было.
Все в центр, танк стоит. Войд же стоит, будет деба брать, ну, верно? Да, Войд тогда будет. Войд, проживаешь дух, ну, свою дубовую кожу, босса не бьем. Пока на нем вот этот 20 секунд дебафа. Да, блин. Да, я тебя... Готовься, Войд. Сейчас портал появится. Взял, дебаф взял. Все, молодец. Угу. Босса через 7 секунд можно бить. Сука, заебал он мне откидывать говно. Он будет откидывать. Жопа. Но... Босс объем все, давайте. Заебал откидывать. Вот сука. Я хочу уйти уже отсюда, сука. Как там появится, надо в кошку прыгнуть и закрыть. А, ты закрывал? Одна секунда, все по местам, куда я вас ставил изначально. Захиливаем во льда. Карочка, становись в квадрацию. Разверни только босса, будет. Нормально разверни. Шаг вперед, на ком лучи. Кош скинь, на кого там бабл киньте, есть, войну закинул. Гарема на себя бабл, если ему. Все, можно бить босса. Танки меняются с дебафами. На двух стаках я заберу, да? Войд, когда будет дыхание, второе на тебя, прожимай дубовую кожу. Или ХП увеличи себе. Все, он забрал, можешь отходить, бить сбоку. Прист лайт, сам себя прохилю, если что. Я сейчас ревно снова прожму. Ну, а больно. Короче, не знаю, ротация. Почему? Все в центр, только не через лужи бежим. Танк остается. Новый да, щит кидаем, босса не бьем. По вам дымак возвращается. Где этот хуйня? Перед лицом босса не стоите. Сейчас она скоро появится, жди. Появляется. Красавчик. Не бьем босса, ждем. 5 секунд ждем. Откидывает говно. Вносим дамаг. Слышишь, я тотемы забываю ставить. Ладно, это все паника. Короче, ну нафиг, я лучше на мага своего зайду, сейчас сделаю ему квест, пусть развлекается дальше. Че, может, просто добьем его и все? Да, добиваем, ничего не надо никуда идти, добивайте, добивайте. Отдаемся мне босс. Разверни только, чтобы он дыхание в рейд не дал, да и все. О, он карочка перед лицом стоит, там и вроде все. Она засейвилась. О, у кого квест чешуи берёшь? 232 хочу менять на 260. Забирай Волман себе, пожалуйста. У кого я квест, подбирайте чешую. У карочки есть. Квест надо ждать, да? Путя, давай. Я на мага захожу. Мага, если что, тоже одно тело разбейтесь. Два тела разбейтесь и пойдете на сумон. Остальные чистят трэш до Молчазара. Надо штаны на кота. Кто там не нажал? Войд, тебе на ДК, да, походу? Да. Ну, там тогда, Валман, ты танкуешь, один хил его хилит, остальные бьют трэш, и смотрим, кто разбивается. Я пошел разбиваться. Давай, гарема разбивается, хорош. Еще одно тело на сумон. Теперь это так, да, называется? Что? Ну, смерть. Еще одно тело. Ну да. Ну, а вы думали, в сказку попадаете? Самое главное, на кабачок не присесть.
во время сказки. Вот только что квесты мне эти дали, короче, я их тут же сдаю. Вот, заебись, как на варе, так же. Ну, хорош. О, и все, и вот пламя и прах я взял. Да. Ну, я говорю, будем это, побольше квестов позарабатываем с этим, скажем, с погибелью. И чтобы тупо на погибель ходить, блин, до Молчазара, то долго идти. Я тоже хочу с твоим трем персом, двум персом. У меня Ушаны уже погибли, а Роге надо этого гнева убить, пустоты. Дайте пати ДНМ. Я зашел. Я возле данжа. Я а сейчас... Это Молчазар, да? Угу. Не все, я ДКшник. Императора кикайте.